И снова, да, снова я на манеже цирка на Цветном бульваре. Вы не поверите, но впервые в 64-м году, ровно 55 лет назад, сегодня юбилей у меня, я вышел на манеж этого цирка. Уй-уй-уй! И я желаю всем, кто впервые или через 55 лет придет в этот замечательный цирк, отдать все свои силы, отдать всю свою любовь. И знаете кому? Зрителям и тем людям, которые работают в этом цирке. Вспоминая постоянно его гениального, замечательного человека и директора Юрия Владимировича Никулина.